Вот таких брюк мы еще не видели. Внимание на экран. Я никогда не могла бы подумать, что обычные базовые брюки могут быть таким достойным дополнением к вашему праздничному ансамблю. Но оказывается, все очень просто. Нам достаточно лишь только декора или королевского украшения. Как наша базовая вещь становится совершенно другой. Встречайте, брюки «Летний отдых». И в таких брюках я вижу вас на самых дорогих курортах России. Ну что ж, мои дорогие, размерная линейка до 62-го. Я уже слышу этот ажиотаж. Давайте посмотрим на наших девочек. Во-первых, я хочу сделать им комплимент. Наши красавицы с богатыми формами выглядят стройными, красивыми, длинноногими. Брюки «Летний отдых», имея длину 94-96 сантиметров, идеально сядут на любой рост. Доказательством тому наши модели. У Маришки высокий рост 1,76 м. Если ваш рост меньше, брючки будут полноценными, длинными, они будут доходить до щиколотки. Наша Мариша выбирает сегодня яркие босоножки и бирюзовый ментоловый цвет. Кстати, вместе с тренчем, о котором мы только что говорили, Элвина. Мариша выбирает еще для себя и яркую блузу желтого цвета. Это блуза павлина, которая хорошо сочетается именно с бирюзой, с ментолом. Ну а наша Катя выбирает голубой цвет брюк «Летний отдых» и сочетает их с туникой «Санта-Моника». Дорогие женщины, если вы не можете выбрать для себя брюки, а так их любите, давайте сейчас вместе с вами выберем ваш размер. Перед этим я хочу вам кое-что показать. Во-первых, я выбираю третий цвет, бежевый. Мне очень нравится их посадка. Мне настолько комфортно, что я их не ощущаю на себе, но в то же время я ощущаю подтянутую фигуру. За счет чего? Сейчас все покажу и расскажу. Во-первых, я очень люблю брюки на эластичной основе. Для меня это просто спасение. Здесь в наших брюках эластично все. Смотрите. Вы видите это? Насколько ткань податлива, какая она мягкая. И мы говорим о 62-м размере, 64-й размер. Звоним и заказываем 62-й, потому что невероятно эластичная ткань подстроится под ваши формы. И я хочу сказать, что это непростая ткань. С добавлением хлопка и лайкры. Сегодня мы почувствуем наше лето совершенно по-другому. Дыхание, свежесть, мягкость. Это то, что дают нам брюки «Летний отдых». А посмотрите на название брюк. Отдых. Ваше тело в таких брючках будет наслаждаться отдыхом. Если вы переживаете по поводу посадки, то Марина вам только что показала. Здесь никаких ограничений, никаких пуговиц, никаких замков и никаких молний. Отличная свобода и отдых. Вы только посмотрите. Эластичная лента подстраивается под ваши параметры. Как мне радостно, что сегодня каждый из вас выбирает для себя свой летний отдых. Но необычный. А сейчас давайте посмотрим на секреты стройности. Итак, ткань. Помимо комфорта, ткань нас утягивает, подтягивает. А еще кружево здесь не просто для эстетической красоты. Давайте посмотрим на подиум. Мы можем посмотреть на Марину или на Катю. Вы видите эти вертикальные линии? На Марине очень хорошо и контрастно видно кружево. Вертикальное кружево, имитация лампасы, очень хорошо вытягивают ножки. Вот этот секрет мы с вами знаем и помним всегда. Если вы хотите визуально постройнеть, вам так важен ваш внешний вид, я это очень ценю. И это очень важно, потому что наши дизайнеры добавляют в коллекцию именно элементы стройности. Не отказывайте себе в брюках «Летний отдых». Если у вас 48-й размер, закажите брюки «Летний отдых» размер в размер. При этом я хочу добавить, что наше кружево урезает ваши бедра ровно на столько сантиметров, насколько мы видим, они пришиты. Это сетчатая трикотажная вискозная ткань, украшенная вышивком. Вышивкой. Давайте поближе посмотрим на эту красоту. Посмотрите. Ощущение складывается, что здесь серебро, золото и бронза. Мы соединили самые дорогие металлы в эту вышивку. Хоровод из драгоценных металлов украшает сегодня ваши брюки. Но я хочу сказать, это шедевр. Причем как все сшито. Мы нашиваем сетчатое полотно того же цвета, что и брюки. Вот он шов, очень аккуратен. Нигде ничего не морщит и не сборится. И самое интересное, что ткань продолжает
позволяет радовать нас эластичностью. И я еще хочу сказать вам, что внизу брюки очень качественно оформлены. Как часто производители пронзают ткань, портив ее при этом. Здесь мы видим с вами внутри. Ох, какая красота, какое качество! Это флизелиновый уплотнитель, который будет держать форму брючек. И при этом у нас очень красивая арка, которая открывает наши ножки. Это шедевр. Это эксклюзивная модель, которая будет радовать вас. Сколько стоят сегодня бренды? Сколько стоят сегодня вещи, которых не купить так просто в магазине? Их цена от 4-5 тысяч рублей. Мы предлагаем сегодня брюки с оригинальной вышивкой 1799 рублей. И такое возможно. Менее 2000 рублей за брюки, которые будут служить вам не один сезон. Но самое главное, насколько вам в этих брюках будет комфортно. Я уже вас вижу на отдыхе. Когда вы наслаждаетесь этим комфортом и не заботитесь о том, что где-то что-то вам пережимает. Это ваша комфортная жизнь, но это красивая жизнь. Давайте еще раз посмотрим на наших моделей и убедимся в этом сами. Как выглядят сегодня современные женщины, которые ценят утонченный вкус и оригинальность? Они выглядят вот так. Они надевают классические брюки, зауженные к низу, но это необычные брюки. Они украшены кружевом. Огромная благодарность бренду Olmes. Ирина Московцева знает, как вас удивить. Это веяние из Европы. Это красота. Это достоинство и это статусность. Берут один цвет бежевый, нюдовый и один из цветных, или голубой, или ментоловый. И я хочу сказать вам, мои дорогие, это редкие сочетания. Таких расцветок мы можем увидеть с вами только в дорогих брендовых магазинах. Я обожаю бренд Olmes за то, что благодаря этому бренду мы чувствуем с вами сегодня веяние Европы в своем гардеробе. Мы выглядим с вами дорого, мы выглядим с вами статусно. И при этом мы с вами не переплачиваем. Сколько бы мы отдали с вами средств, если бы покупали итальянского производителя? Но у нас дизайнер, который живет в Италии, ткани, которые нам привезли из Италии, но сшита коллекция для русских женщин. Смотрите, за счет эластичности, без стретч-эффекта, эти мягкие брюки будут окутывать вас. Но мягкость брюк и плотность ткани никак не связаны. Ткань может быть плотной, но невероятно мягкой. И здесь мы видим с вами очень плотную ткань, которая будет подтягивать и утягивать наши формы. Этот сатиновый блеск никуда не денется, если вы будете правильно стирать и гладить брюки. Итак, учитывая, что внутри у нас вискоза, советую стирать при температуре 30 градусов. Ну и, конечно же, эти брюки мы стираем, после стирки мы гладим щадящей температурой. Это может быть вискоза или шелк. Выбирайте для себя три цвета. Это голубой, мятный ментоловый цвет и бежевый цвет. Эластичная лента и невероятно кружевная красота порадуют вас.